На годиннику вже за 29-та, і це зовсім не радує ось цього хлопця. Данило вчиться в Інституті внутрішніх справ. І сьогодні його разом з найкращим другом відпустили на «Україна має талант» під чесне слово, що повернеться до казарми вчасно. Начальник Інституту слідства дізнання і нас, ну, мене відпустив, сказав, можеш їхати тільки в 9 часов, щоб був. Ще жодного разу першокурсник Данило не порушував суворий казармовий режим. Але чим це йому загрожує, розуміє чудово. Ну, во-первых, на следующих выходных точно не поведу в увольнительное домой. Во-вторых, на следующих выходных заступлю наряд суточный. В лучшем случае будешь картошку чистить на кухне. І з кожною хвилиною перспектива покарання стає реалістичнішою. Тож Данило разом з другом поспішають на сцену. Здравствуйте. Меня зовут Данил, это Сергей. У нас группа «Неправильный баланс» называется. А кто выбирал название? С чем связано? Я выбирал, но связано с тем, что мы совсем два разных человека, поэтому, ну как бы, ну неправильный у нас баланс получился. Я домашний, я рос дома, а он рос на улице. Дикий, то есть? Нет, не дикий, нет. Давайте. Балансируйте. Я пьян тобой, опустошен душой до дна. Такая милая, хотя далеко не родная. Такая близкая, как из костра искра. Но далека от меня, как солнце и луна. Зажги все мосты, заставь меня остыть. Ведь ты принцесса, а я непослушный пастырь. И блеск глаз твоих теперь не для твоих. Усилит смысл слов сказанных, связанных в стих. Не забывай то, что тобою уже брошено. То, что казалось тошным, останется в прошлом. Что будет завтра? Воспоминания на завтрак. И твои слезы на глазах как-то странно. Мне очень больно, слышишь? Плевать, и жизни вычеркнешь. От тебя памяти останется лишь пара писем. И не рукой написанных, и далеко не искренних. Два месседжа ВКонтакте, на столе записка. Я так люблю, люблю тебя и ненавижу. Ты знаешь, каждую ночь я за тебя молюсь. Надеюсь, что когда-нибудь еще тебя увижу. Да-да, и подпись, я задыхаюсь. Не забывай то, что тобой уже брошено. То, что казалось тошным, останется в прошлом. Что будет завтра? Воспоминания на завтрак. И твои слезы на глазах. Как-то странно. Спасибо. Очень забавно наблюдать такая, знаете, от начала вашего номера до финала произошла такая эволюция. Вот дикий уличный парень, он как-то сразу так агрессивно взялся. А домашний очень долго там нахаживал. Он нахаживал, мне казалось, что он смотрит на часы, когда это закончится, и такой типа, ну и где-то даже слова не попадал. И вот только... Ну, наверное, во второй половине он влился, закрыл глаза и, наконец, начал чувствовать то, что должен чувствовать. Игорь, что скажешь? Я пропоную изменить вашу назву на назву «Неправильный энергетический баланс». Потому что, насправді, один качає, один хоче, пробиває стіну, інший ходить і, ну, правильно сказала Слава, чекає, поки закінчиться трек, щоб почався новий. Я думаю, що вам треба ще репетиції і репетиції робити. Особливо треба зрозуміти, що робити на сцені Сергію. Я готовий голосувати, і я в цьому році вам скажу ні. Як ви вважаєте, ви готові вже к тому, щоб виходити от на таку велику сцену? По суті, щоб на вас смотрела вся страна. Я вважаю, що ми готові. У вас, наверное, что-то есть. Все-таки поддержу вас і скажу да. Спасибо. Ребят, ну, вы действительно славные, вы молодцы, у вас много чего может получиться. В этот раз не получилось на все 100, но на 99 получилось. Я говорю да. Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Мы обещаем исправиться. Спасибо большое. Давайте. Вас не подведем. Спасибо большое. До свидания. Попереду хлопцев еще одно нелегкое задание.
так і встигнути вчасно повернути Данила до казарми.